Вітаю в ефірі. Тема дня. Хочеш бути успішним? будь ім. А як це зробити? Нам розкаже Марина Сімонова, бізнес-тренер проєкту Перспектива. Вітаю вас. Добрий день. Давайте розкажемо телеглядачам, в чому секрет успіху. Що треба, щоб бути щасливим? Ну, для щастя, чоловіку немного треба, треба щоб у него все добре було вдома, в сім'ї, на роботі, він був самореалізований, займався делом. И Тогда человек себя достаточно комфортно чувствує і щасливим. Сьогодні ми будемо говорити про працевлаштування. От якщо цього стосується, от що треба, як працювати, щоб бути щасливим, щоб робота надавала задоволення. Ну, секрет этого очень простой. Занимайтесь прям любимим ділом, которое приносить вам удовольствие. Ви точно знаєте, що вам комфортно на роботі? Ви это дело. і це достойно оплачується, звісно ж. Зазвичай дуже важко визначитись людині, особливо, якщо це один так або ті, хто закінчив інститут, от ким вони все ж таки хочуть працювати. Як визначити свою улюблену справу? Ну, человек, есть разные сценарии этого всего. Можно всю жизнь искать любимое дело. И это тоже хорошо, позаниматься одним делом, перейти на другие специальности. Кто-то считает, что нужно после школы пойти правильно в институт получить какую-то специальность и уже идти по всей жизни а, с этой специальностью. Абсолютно разные сценарии, нет ни, ни, хорошего, ни плохого, нельзя сказать, вот так вот правильно, правильно прийти и работать всю жизнь. Есть люди, которые очень комфортно себя чувствуют, которые каждые 3-5 лет меняют свою профессию, я тоже на их стороне где-то. От хотелось бы якось конкретизировать. Вы как бизнес-тренер, что вы радуете людям? Мы очень много на тренингах разбираемся. Вот ребята, которые к нам приходят, и если у них есть запрос найти себя, то мы очень много разбираемся с их желаниями, что они действительно любят делать, что им комфортнее, чем заниматься. Они любят офисную работу, им к людям, им к технике. И в зависимости от того, как, когда мы определились их приоритеты, мы уже выбираем специальности, на которые это максимально приятно чтобы он, идя на работу, занимался тем, что ему. Если он абсолютный социопат, его нельзя отправлять, конечно же, идти работать торговым представителем или куда-то на кассу, где он будет сталкиваться с огромным количеством людей. Это, конечно же, его будет травмировать. Если человеку комфортно в себе, в своем состоянии, чтобы поменьше каких-то контактов, то, конечно, ему более технические специальности можно поискать, или которые не связаны с огромным потоком проходящих людей. Мы набираем ребят, группа около 20 человек. Тренинг разноплановый абсолютно. Мы там, как смотрим фильмы, обсуждаем, играем в бизнес-игры, на которых ребята раскрываются, мы потом анализируем их поведение, почему они себя так повели, почему они так сказали, чтобы они могли разобраться в себе. Проходим такие блоки теоретические, конечно же, как написание резюме, сопроводительного письма. Мы разбираем собеседование, мы проигрываем собеседование в реальности, как они бы прошли его. Справляємо якісь ошибки, поэтому тренінг очень навиковий. Ви кажете, що проходить для всіх бажаючих, наскільки я розумію. Який вік? От 18 до 60. Наскільки активно приходять люди? І зазвичай з якими проблемами? Лето, конечно же, всегда набирается группа тяжелее. но ну, люди как-то хотят отдохнуть и работу отложить. Процел, ты хочешь? Да, но, не очень, да, да, но отдохнуть все равно хочется. Всегда чуть меньше зимой и летом. Это такие самые спокойные времена. Но группу все равно набираем, конечно же, ежемесячно. Самый распространенный запрос, конечно же, наверное, могу сказать, что не знаю, чем заняться. Вот работал, занимался, но точно понимаю, что больше этим заниматься не хочу, а куда идти, не знаю. Часто люди більш старшого віку, вони депресують, що після 40 важко знайти роботу. От наскільки це правда і наскільки багато людей приходять на тренінги в такому віці? Ну, є в цьому доля реальності. І, звісно, ж, їм роботу знайти немного складніше, ніж молодому спеціалісту. Їм просто потрібно робити більше дій, більш активно шукати роботу. Але є такий принцип айкідо. Ти високий – це твоє преимущество, ти низький – це твоє преимущество. У кожного віку і у кожного опыту роботи є своє преимущество. Вам 40 лет у вас значит уже достаточно большой опыт работы, жизненный опыт. И это тоже будет преимуществом как для работодателя, так и на собеседовании. Вам это поможет чи вы якусь статистику от після тренінгів? Насколько людей про це в среднем В пятьдесят 75-77% после тренінгу трудоустраивається после нашого. А чи були такі випадки, коли приходять повторно на тренінг? Ну, не хотят, конечно же, у мене в соціальних сетях пишуть, що я б ще раз с удовольствием Але ми все-таки у нас є внутрішнє правило второй раз на тренінг не брати. А, но мы при, приглашаем наших выпускников, если они все равно опять оказались в сложной жизненной ситуации на наши консультации. Тренинг нет. Все-таки мы, мы хотим дать возможность большему количеству людей получить эту услугу бесплатную. А консультации они у нас могут получать всегда. У нас нет такого, что человек выпустился, и мы про него забываем. Они всегда нам пишут в социальных сетях. Они всегда могут приехать к нам, подкорректировать резюме, проконсультироваться, разрешить какие-то ситуации, которые с ними произошли на работе. Нам важно, чтобы человек не только получил работу, но чтобы он там еще органично вписался и работал. Ви кажете, що 75% людей, які були на тренінгах, отримали роботу своєї мрії. Мене цікаво, чи можливо це зробити в Запоріжжі, не покидаючи межі свого міста. Чи все ж таки багато їдуть у інші міста? Не так много наших випускників уїжджають в інші міста, але Є дуже специфічні спеціальності. Ну ви дресировщик дельфінів, дельфінарія в немає. Єсть дуже... специфически. Есть люди, которые приходят с запросом, я хочу уехать в большой город или я хочу поменять локацию. Нам важно просто помочь человеку найти себя и сделать его счастливым. Поэтому мы его не ограничиваем какими-то географическими рамками. Но большинство наших выпускников все-таки остаются в Запорожье, конечно. Я а, я правильно поняла, то вы рассказываете, как правильно або как найти себя в работе за наймом. А если это приватный предприниматель, в будущем, им будет интересно на тренинге? Конечно. Самозанятость – это тоже одна из наших целей. Нам не важно, чтобы он обязательно пошел куда-то вот точно за зарплату. Если он идет себе на тренинги или у него вопрос, как начать собственное, собственное что-то, я помогу. Есть у нас еще, кстати, в программе и ну, у нашего в нашей организации такой тренинг как бизнес-платформа, и некоторых ребят мы отправляем туда. То есть они с тренинга по трудоустройству идут уже в другой проект, где мы им помогаем с собственным бизнесом. Да. То есть интересно будет всем. Конечно. Как набирается группа и сколько там людей? Около 20 человек. Бывает, когда очень много желающих, мы до 25 человек развиваем. Набирается группа мы через социальные сети. Можно просто приехать к нам в Edison Space, заполнить анкету, пообщаться с рекрутером, и она вас зарегистрирует на тренинг. Зараз ще проходить якась реєстрація, чи як це робиться? Звісно, нас можна знайти в на Фейсбуці, наша група перспектива, робота, обучення. Можна просто заїхати в «Edison Space» або знайти групу в соціальних сетях «Edison Space Coworking і там ви увидіть активні ссылки на реєстрацію. Дякую, що прийшли, розповіли. А я вам бажаю, щоб 100% ваших учнів знаходили своє покликання і працевлаштовувались. Дякую. А я нагадаю, сьогодні ми розповідали про те, як бути успішним. У нас в гостях була Марина Симонова, бізнес-тренер проекта «Перспектива».